Театр начинается не только с вешалки, но и с той работы, которая ведется вне сцены. И эта работа важна не меньше. Театр – это синтез искусств, где можно показать все грани своего таланта. Это выставка работ сотрудников театра. Каждая уникальна. Она рассказывает о внутреннем мире авторов. И это не просто картинки, а работы, наполненные настроением. Екатерина работает администратором в молодежке. Всегда была творческим человеком, но до художественной школы в детстве не дошла. А мечта научиться рисовать осталась. По одной дороге вместе с красками и кистями пошла в 2010 году. Я знакомлюсь с Ириной Бирюковой. Она у нас представляла новую галерею. Просто спросила: здравствуйте, а можно ли таким взрослым, как я, а мне было 32 года, научиться рисовать? Она говорит: да, конечно, приходи. Я говорю: как долго этот путь проходит? Она с легкостью отвечает о том, что за 10 уроков я тебя научу и будешь выставляться. Я не поверила. На самом деле, на 10-й наш урок мои картины уже выставлялись в новой галерее. Вдохновение Екатерина нашла в полотнах Клода Моне. Женщине понравилась его легкость и воздушность. Так начала создавать свои шедевры, которые отражают состояние и легкость настроения. Особое место в ее творчестве занимает натюрморт «Яблоки», который был создан мастихином и пальцем. Кисть здесь не принимала участия абсолютно. Для меня это было что-то новым и потрясающим. То есть, если стандартные техники с помощью кисти, то здесь я уже работала импровизацией и как получится. И, на мой взгляд, натюрморт получился. А вот актриса Дарья Томилина – самоучка. Она не заканчивала художественную школу, но всегда любила рисовать. Так 8 лет назад взяла в руки акварель и села за холст. Мне она нравится, потому что она растекается, потому что она смешивается, потому что дает какие-то формы интересные, дает какие-то оттенки, цвета всякие. И порой, ну, ей же нельзя управлять. Ну, скорее нельзя ей управлять, поэтому никогда не знаешь, что получится в итоге. И это классно, мне нравится. Вдохновение Дарья черпает в природе. В ее работах много пейзажа. А яркость работ идет, опять же, от настроения. Я очень люблю северную природу, Карелию. И, наверное, на этом как-то больше строится. Здесь маленькая часть, потому что у меня очень много рисунков в скетчбуках, там, в альбомчиках всяких. Поэтому все, что смогли в рамки, так сказать, засунуть во всех смыслах, вот здесь. Увидеть эти работы, наполненные светом и цветом, можно будет до завершения сезона. В молодежном театре он продлится до конца июля. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, «Область новостей».